Проблема большинства продаж – однотипные, неинтересные, сухие презентации, которые повторяют одни и те же преимущества или свойства. Я называю это маркетинговый целлофан. Задача качественной презентации – показать, сколько денег заработает клиент, пользуясь вашим товаром или услугой в конкретных деньгах. Это называется монетизация выгоды. Когда клиент слушает вашу презентацию, он в голове сравнивает вашу цену и ценность. Цена – это то, что клиент отдаст, а ценность – это то, что он получит. Покажите клиенту, что ваша ценность намного больше, чем цена, и продавайте свои услуги намного дороже. Для этого скачайте прямо сейчас шаблон SVMI презентации, послушайте инструкцию, заполните шаблон, создайте свою убойную презентацию и начните зарабатывать больше. Меня зовут Алексей Осипенко, я бизнес-тренер и 15 лет обучаю продажам и помогаю создавать презентации для сотен компаний из десятков сегментов бизнеса. И некоторые клиенты увеличивают продажи в 4 раза. Данный шаблон является идеальной структурой того, что вам нужно говорить вашему клиенту на презентации.